Ребят, освободите, пожалуйста, снайпера. Я за снайпера хорошо играю. У нас тут тепло. Котлет. Хоть все равно. Молодец. Поторопись, начальник. Ты что? Здесь хорошо. Тепло, светло. Поторопись. Стрелять с мосинки-то, это один в один то же самое. Клетки. С макарошками. Даже больше обзор. Да. Прицел не мешает. Я сидела дома, никуда не выходила. А я уже снайпера ухватил. Моя соседка и моя соседка. Нас на день рождения призвала. Начинает она белый квартир играть. Мы знакомились, мы играли в карты. Там ничего нового, мне кажется. Все те же дядьки, все те же эти сидят и... Пила я водку в первый раз. Несколько стаканчиков, это много, как бы. Тут истерика и началась. Ебутся, в смысле, играются в жопу. В смысле, ну, играются просто. Нет, цветные розы, страсть, невинность, слезы. Девочки должны наивными не быть. Нет, цветные розы. Ну так, это и надо ценить в том сервере. Так, значит, я снайпер, и я, блядь, пойду убивать людей. На Б есть присутствие? Не знаю. Нам битва человек, что сказать. Даже не атакует, не знаю. На целом, наверное, мандир первого, беги на тот.